Всем привет! Вы на канале Дневник Мажора, и меня зовут Намиран Карманов. Сегодня я вам покажу, где я взял деньги на этот особняк, на этот Инфернус и на эту яхту. Все просто, я играю в казино Калигула. Ну-ка завали ебало, сука, дебил. Казино это просто наебалово нахуй, ты знаешь. Лучше покупайте верты у нормального, сука, кента Антохи Антонова. Это надежный продавец вертов на Аризона РП, куча отзывов на его стене ВКонтакте, цены ну просто заебись, ссылочка там есть в описании, ну все как всегда, ты понял, короче, да? А казино это хуйня, казино не надо, не. Время 8:40, я курю дабл. Время 8:40, я курю дабл. Привет, друзья, с вами Ромеро, и сегодня ну просто очень странное видео, я просто такого не ожидал на самом деле. В общем, давайте сейчас вкратце расскажу, что со мной произошло. Я собирался снять один ролик на Нуба РП, какой это ролик пока не скажу, потому что я его еще сниму и вы сами все увидите. Ну так вот, в общем, собрался снимать ролик на Нуба РП, и ко мне подошел игрок с одним очень странным таким, знаете, предложением. Друзья, это прямое включение, я зашел, в общем-то, на Нуба РП, чтобы снять один видосик, и мне тут написал какой-то игрок: не хочешь мне продать верты? То есть на Нуба РП он хочет купить у меня верты или что, я не понимаю. В смысле, тут же бонус 30 000. Друзья, пока что это очень странно, я сейчас нахожусь на Нуба РП сервере с бонусом 30 миллионов, друзья, и игрок у меня хочет купить верты. Что вообще это такое, друзья? Что с этим миром не так? Я пока ничего не понимаю. Сейчас посмотрим на дальнейшее развитие событий. Пока что, блять, что он пишет? Тут, кстати, на сервере онлайн всего несколько человек, буквально 10 человек, вот. У меня закончились те деньги, хочу еще, а донат дорого. А, то есть, типа, у него закончился бонус, и он хочет купить у меня верты, а донат, типа, для него дорого. Просто первый раз вижу, чтобы на Нуба РП покупали верты. Сколько хочешь за 1 000? Друзья, если у меня сейчас получится продать верты на Нуба РП, это просто будет взрыв. Я не знаю вообще, как это происходит. 100 рублей за 10 000, говорит. Так, 100 рублей и 10 000, это получается 300 рублей за 30 миллионов, верно? Верно. А подождите-ка, тут, по-моему, дешевле цены. То есть, по-моему, выгоднее будет купить через донат, чем просто за 100 рублей 10 000. По-моему, что здесь не так, друзья? Вот что-то здесь не так, потому что GovVK пишет. Ну, GovVK, окей. Так, друзья, пришло от него сообщение. Это я, Андрес, да. В общем, сейчас посмотрим, какой у нас с ним диалог завяжется, потому что мне на самом деле очень интересно, потому что, ну, я первый раз занимаюсь продажей вертов на Нуба РП. Я до этого даже представить себе не мог, что такое может вообще произойти. Ты ютубер, что ли? Ну да. Сколько подписчиков? Блять, почти 1 000. Давайте немножечко приврем, потому что, мало ли, его будет как-то смущать 25 000 моих подписчиков, поэтому может отказаться, не знаю, короче. Сколько у тебя вертов? Ну, 30 000. Ой, извиняюсь. Борщ ел на завтрак. На самом деле очень странно, что он предложил цену 100 рублей за 10 000, потому что, по-моему, за донат будет даже дешевле купить, чем за 100 рублей за 10 лямов. По-моему, это очень странно, и в чем-то здесь все-таки есть подвох. А, нет, стоп, давай 50 рублей за 10 000. Вот это уже лучше, друзья. Мне кажется, он все-таки понял, что он немного лоханулся, и да, вот, 100 сильно много пишет. Ну так 50 рублей за 10 лямов, это уже, по-моему, дешевле, чем донат на сервере, поэтому ок, типа, ну, давай киви пишет. Давайте, друзья, напишем ему мой киви. Вот мне не сколько нужны эти 50 рублей несчастные, сколько просто интересно, скинет ли он мне деньги или нет. Сколько получается мне надо кинуть тебе? 150 рублей, а я тебе 30 000. Ок, ща на киви зайду и скину. Ну все, друзья, ждем теперь, пока он мне скинет деньги. На самом деле я немного в шоке, потому что, ну, со мной такое реально первый раз, чтобы я увидел вообще игрока, который собирается купить верты на Нуба РП сервере. Это просто шок для меня. Все, так, стоп, в смысле все? Ща проверю. Мне обычно приходят уведомления на телефон, когда деньги на киви приходят, но сейчас что-то не пришло. Давайте зайдем на сайт на киви и посмотрим, пришли ли мне деньги или нет. Но мне кажется, что нет, это просто какой-то развод. Непонятно зачем, непонятно на что. Так, стоп. Он мне реально только что кинул 150 рублей? Серьезно? То есть он реально кинул мне деньги за то, что я ему сейчас дам 30 миллионов вертов на Нуба РП, друзья. Просто вдумайтесь в эти слова. Ну, блять. Ну что ж,
придется мне перечислить ему эти 30 миллионов. Мне, в принципе, не жалко, потому что это все-таки Noob RP, я там не играю, но просто, друзья, это какой-то шок для меня на самом деле, потому что я реально продал верты на Noob RP сервере, можно сказать. Это довольно-таки странно, друзья. Так, я написал ему, что деньги пришли, сейчас зайду на сервер, и чтобы он сказал мне номер счета в банке, и я ему на банк перекину деньги. Так, там нельзя через банк. Так, стоп, а как тогда деньги передавать ему? Я что-то не понял немного. Так мне передашь через Pay. А, то есть типа через Pay можно передать 30 миллионов, серьезно? Итак, друзья, я зашел на сервер и столкнулся вот с такой вот небольшой проблемкой, то что когда я прописываю /Pay, мне пишет в чат, что мне нужно сперва отыграть 3 часа, то есть 3 часа как бы я играть здесь не собираюсь, потому что у меня просто не выдержат нервы, поэтому, видать, не судьба, друзья, видать, сегодня я ему не перекину деньги, да и, в принципе, никогда не перекину, поэтому придется возвращать ему его 150 рублей, потому что я все-таки честный человек, я хочу по-честному, чтобы все было, вот, мне эти 150 рублей нахуй не всрались, как говорится, поэтому, друзья, придется возвращать деньги, но сам факт того, что я практически продал верты на Noob RP сервере, друзья, у меня до сих пор это в голове не укладывается, вот, и это на самом деле очень странно. Бро, не смогу тебе передать верты, мне нужно 3 часа отыграть, пишет. Тогда давай мои бабки назад. Окей, ну это понятное дело, друзья, ща верну. Ну что, друзья, возвращаем ему деньги, и на самом деле это очень странно все, опять-таки повторюсь, я практически продал 30 миллионов виртов на Noob RP сервере за реальные деньги, то есть за реальные 150 рублей. Это все очень странно, и я надеюсь, что вам понравится это видео, потому что оно вообще не входило в мои планы, вот. Так что обязательно ставьте лайк, друзья, если оно вам понравилось и вы считаете его интересным, а также подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем желаю удачи, друзья, и всем пока! Время 8:40, я курю дабл. 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 Время 8:40, я курю дабл.